В рамках государственной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в поселке Октябрьский городского округа Люберцы стартовал капитальный ремонт тепловых сетей. Подрядная организация, которая выиграла тендер на проведение работ, приступила к замене трубопровода. Обновлению подлежат 850 метров теплотрассы, проходящей от котельной номер 422 до тепловой камеры 26 на улице Текстильщиков. На данный момент работы проходят на улице Комсомольской, вблизи дома номер 4. В рамках производства этих работ выделены деньги от правительства Московской области по двум этапам. Непосредственно замена тепловой сети и также реконструкции котельной с увеличением мощности. Дело в том, что котельная попала на баланс Люберецкой теплосети от бывшего владельца, это ООО «РИК». И определенные сложности в эксплуатации этой котельной на сегодняшний день существуют. Это дефицит. При подготовке к отопительному сезону трассу мы меняем. До конца сентября должны ввести ее в эксплуатацию. По непосредственной котельной. В этом году мы делаем, значит, проектные изыскательные работы, готовимся, а на следующий год уже непосредственно строительство котельной.